До 28 увеличилось число пострадавших в Махачкале в результате взрыва газа в одном из ресторанов. 5 человек в ожоговом центре в тяжелом состоянии. 7 отпустили домой после оказания необходимой помощи. Это уточненные данные Минздрава Дагестана. По словам очевидцев, днем в банкетном зале раздался хлопок, но возникший огонь не привел к дальнейшему возгоранию. Специалисты считают, что причиной ЧП, скорее всего, стала неисправность оборудования. Во время осмотра помещения в трубе, по которой газ поступал на кухню, обнаружена утечка.